Подарите на память товарищам неживой уголек из костра. Место, в которое всегда хочется вернуться. В лагере «Мечта» не смолкает детские голоса уже третий месяц кряду. Спортивные игры, соревнования по футболу, волейболу, спортландия, творческие, музыкальные конкурсы, дискотеки. На всех площадках аншлаг. Для развлечений на любой вкус созданы все условия. Досуг расписан буквально по минутам. Скучать детворе просто некогда. Мне здесь очень нравится, потому что, вот, как говорят, мечта сводит людей. Здесь очень веселые дети. Вот в 10-м отряде я познакомилась с новыми подружками. Воспитателя здесь очень добрые, хорошие. Они постоянно нам организовывают какие-то игры, чтобы мы не сидели, не тухли в корпусе. В этом лагере я уже 4-й раз. Дружу много с кем. Довольна в этом лагере, очень хорошо. Бывают разные мероприятия каждый день. Отдых с пользой. В «Мечте» есть и так называемый профильный отряд, где 15 ребят знакомят с профессией педагога. За 18 дней не успевают с головой окунуться в ремесло тех, кто вкладывает всю душу в воспитание детей. Они проводят мероприятия с детьми младшего возраста. Они помогают воспитателям старшим в работе с детьми на маленьких отрядах. Также различные секции, кружки помогают их заплетать. Ну, как бы общую работу помогают с воспитателями делать. Отрядные, корпусные, лагерные, культурно-массовые мероприятия проходят по несколько раз в день. Плюс каждую смену познавательные занятия. Сотрудники районного историко-краеведческого музея Сычкова рассказывают о событиях Великой Отечественной войны. Показывают фильм «Бобруйский котел». Мы работаем с нашими бобруйскими городскими организациями. Это МЧС, ОВД Бобруйского горисполкома. Осводом. Бобруйские организации нас посещают каждую смену. Детки довольны. Детки заняты целый день. Погода пока нас радует, дождей немного. Я думаю, что эта смена должна запомниться. «Мечта» – самый крупный лагерь Могилевской области. В кулуарах его еще называют местным «Артеком». На 24 гектарах земли одновременно оздоравливается около 600 школьников. Всего 30 отрядов. Лес, река, новые знакомства. Ради трехнедельного релакса дети приезжают со всех уголков страны. Елизавета Липеева, Максим Галионко, Бобруйск, 360.